Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, заходим на арену и забираем наши награды. 15 роботов. Так, забираем, это бот-паук. И тут у нас, ага, когтистый, бородавочник, король и 5000 голды. Так, мы сейчас с тобой по-быренькому это все дело пробежим. Нам достаточно... Нет, я этот отряд не буду тратить. Термин 9000 тут. Ну, мы прекрасно знаем, ребята, что термин 9000 для нас сейчас лопушок. Почему? Ну, потому что у меня есть для него небольшой подарочек. Это имба-команда, которую мы всегда против боссов выставляем. Ну, а здесь все довольно легко и просто. Мы, например, вызываем с тобой кого? Ну, вот одного самурая. И он сейчас просто их будет рвать здесь. Один. Шмяк. Ну и, естественно, идет дальше. Я вызову сюда даже еще тыквоголового. Это будет вообще имба. Нам главное пройти, да? Эту арену. Ой-ой-ой, с такой петардой еще. С детской вышел мне тут. Одного удара было достаточно, чтобы замок в хлам разнести. Кстати, у нас заметил, что наверху испытание. Неужели на друидку? Неужели мы здесь с тобой получим друидку? Давай посмотрим. Так, вот не надо только с загрузкой. Нет, все нормально. В плане. Играем за друидку, а получаем ведьму. Нет, ну ведьма, по-моему, у меня тоже не прокачанная. Ну-ка, подожди-ка, сейчас мы глянем. Зайдем в магазин. Какой магазин? Ладно, здесь возьмем пес храма. А, мне нужно не в магазин, а в армию, конечно же. Ну-ка, ведьма, ты где? Да, друзья мои, за ведьмочку-то стоит побороться. Но вопрос в другом. Кто против нас будет? Так, ё-моё, тут прыгун. Это все, что мне доступно? Ладно. Слушай, ну в принципе... Тьфу. Сейчас, секундочку. Банши или копейщица, или... Давай, наверное, вот так сделаем. И вот так. Блин, а как же я буду прыгуна-то? Контрить, скажи-ка мне на милость. Слушай, это тяжело будет здесь, если честно. Очень тяжело. У меня ни одного летающего юнита здесь нету. А у него прыгун. Хорошо, давай как-нибудь попробуем, я не знаю. Как-нибудь. Возьмем, наверное, с тобой вот этого, да, в первую очередь. Маг-рыцаря. Нет, здесь надо вызывать ниндзю. Так, отлично. Блин, сейчас, если он вызовет прыгуна, будет плохо. Ну-ка. Ну куда ж ты лезешь-то, а? Воу-воу-воу. Я совсем забыл, что он так может делать. Прикинь. Ага, вот и прыгунок. А давай-ка вот так вот. Как тебе? Сейчас я буду вызывать друидку. Ой-ой-ой-ой, как плохо. Сейчас будет большой взрыв. Слушай, ну мы успеем ему разнести замок. Опа! Ты сейчас серьезно? А если фаерболом в рожу? Так, мы его немножко застанили. Друидка, уходи, он же станет. Обалденно, ребята. Просто обалденно мы с вами тут сыграли. Прям вот мне нечего сказать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Криворукий. Остынь. Да что ж такое-то, а? Фу, ну сложновато, друзья мои. Что я могу сказать вам? Сложновато. Сколько мне дадут? А, 28, по-моему, да? Или 24? 23 ведьмочки. Ну что, я думаю, мы, наверное, с тобой полностью пройдем, да, испытание. Соберите свой отряд. Тут выбор прям для сбора прям обалденный, да? Но я все-таки считаю, что друидка здесь будет намного лучше. Намного лучше. Вот здесь, не знаю... Можно взять лучника. Можно взять лучника. То есть, получается, у меня два бойца дальней атаки, да? Которые могут сбивать летунов. Ну, а летунов, я заметил, тут нету. Тут в основном зомбики. Зомби этот камикадзе. Если я, например, возьму лучника. Давай посмотрим, насколько он быстро ушатает этого зомби. Да он хорош, ребята. Слушай, они хороши здесь. Лучник плюс ниндзя.
Вообще найсово. Смотри, мы на дальней дистанции просто дер... Ай-яй-яй-яй-яй, забыл. Совсем я забыл вот про это вот. А почему ты... Странно, блин, как-то. Фаербол, по идее, должен был лететь в этого, друзья мои, в прыгуна, а он полетел в замок. Почему? Объясни мне. Ладно, 13 карточек на ведьму мы еще получили, да? И получается это... Там 23, тут 13, это... 36. И еще, по-моему, мы получим 8. То есть, ну, грубо говоря, 40, там, 2 карточки мы получаем. Полсотни, это, кстати, очень хорошо, полсоточки. Причем ты сам знаешь, да, что ведьма это очень-очень редко выпадает. Очень редко, прям вот, я не знаю, ребят. И как бы за каждую карточку стоит бороться. Поверь мне, потом спасибо скажете. Так, ну что, так же сделаем с тобой, да, наверное, вызовем этого лучника, да, который очень хорошо ушатывает на дальней дистанции. Прям вот, ать, здесь промашку дали. Сейчас будет этот, применять он свой скилл, да. Мы можем, в принципе, с тобой подождать. Вот 100% сейчас будет делать. Он подождет, пока у меня накопится армия. Видишь, что творит? Ну, тут-то мы его как раз уже и обхитрили. Давай. Есть. Все. Не вышел, как говорится, этот олдскульный дед, да, старый. А мы с тобой получаем награды. 8 карточек на ведьму. Шикарно. Ну что, ребята, а теперь мы со спокойной душой идем с вами проходить портал. Так, давай-ка я, наверное, вам подарочки отправлю. Сам сыгру все. Так, и давай смотреть, что у нас тут. Так, мы с тобой остановились на долине подданных. Почему-то этот уровень у меня не пройден. И я, кажется, догадываюсь, почему. Потому что здесь очень быстрые юниты, и я, видимо, не справлялся. Ну, для быстрых юнитов у нас есть вот такой отряд. Здесь у нас щитобот. Также у нас есть молотильщик, который, ну, просто на корню их будет пресекать. А против бродяги, ну, что-нибудь да придумаем. Тихо, родной, куда ты собрался-то? Да ты ж паришь-то, эй! Драгоценный ты мой! На-ка! Так, что-то их тут уж больно как-то много. Так, еще, блин, бродяги не хватало. Эй! Ну-ка. Молотильщик-красавчик победил бродягу. Ну, значит, все будет хорошо у нас. Стоп! Ё-моё! Да как... Какого лешего? Ну, ребят, вы сами понимаете, что здесь нужно вызывать друидку. Почему? Потому что только... Понятно. Хотел сказать, потому что только она сможет захилять нам базу. Но, как видишь... Мои ребята в плане. Не понял, а это что еще за фокус у нас? Кто? Вы серьезно? Ребята, у нас толкатель получает 4-ю звезду. Вот так новости. Вот так новости. Слушай, давай тогда его и прокачаем. Насколько хватит. Ну, наверное, соточку не возьмем, да? Не возьмем, чуть-чуть не хватит. Чуть-чуть не хватает, 93 уровень, друзья мои. Блин, ну вот мне почему-то обидно, что мы с тобой вот здесь фейлились. Я немножко даже в шоке. Слушай, а может быть здесь есть какой-нибудь... Нет, этот отряд я не хочу брать. Не в плане того, что он плохой, а в плане того, что мне... Неким контрить именно вот всех этих быстрых юнитов. А это именно крестьяне. И вот во всем виноват, ребята, был кто? Кто? Бродяга, кто же еще? Он же нанес мне урон. Вот как вот тут его контрить? Вот скажи мне на милость. Ай-яй-яй, что же вы делаете-то? Вот он, ребят, идет. Вот он, бродяга идет. Мы его, естественно, сейчас с тобой здесь подловим. Распилим. Но надо не забывать, что он опять может выйти в любую секунду. Что за дела-то, не могу понять. Ну-ка, давай так вот сделаем. А, ну да, я в тот раз сам виноват, ребят. Да куда ты, блин, опять-то? Ёпарсы ты, ну что ты творишь-то, блин?
У меня других слов нету. Это трындец. Ребят, естественно, мы сейчас разнесем базу, и я не успею хильнуть. Все. Вот это дурость. Надо было вот сделать так, а? Это уже две битвы в Фелимсе. Две битвы. Отряд великолепный. Зачем дурость вот эту вот включать? Я не понимаю. Ведь, блин, бродяга идет. Начал, блин, тут рассусоливать. Бесит. Просто бесит. Ну давай, оглушай его там, в конце концов, блин. Здесь-то понятно, здесь мы разберемся. Вот он идет, хмырь. Давай, паладиныч, вылази. Все. Так, ну радоваться пока рано, потому что он опять может бродягу выпустить. И он выпустит его. Вон он уже идет. Вот теперь уничтожайте ему базу. Трындец, тоже надо было так, а, ребята? Мудриться, блин. Два раза сфейлиться. На каком-то уровне. Да, такого давно не было. Такого просто вообще никогда, по-моему, не было. Только на самых начальных этапах. Что тут вытворяют они? Ладно, друзья мои, смотрим дальше. Опять бродяга, опять, ну понятно. Здесь опять же этот отряд с тобой возьмем. Поехали. Опять же, весь акцент будет у нас против бродяг. А они, по-моему, нет, не они. Ну вот что мне приказывает. Вот он, идет. Да ты давай быстрее, блин. Давай, Палыч, выходи. Палыча оглушили, да, там, я смотрю. Все, нормуль. Давай всадника на журавле. Куда ты, колдун несчастный? Все, получил свое. Так, опять бродяжка там бежит. На, паладинчик тебе. И молотильщика. На закусон. Ну все, можно расслабиться. Тут уже пойдет как по маслу. Ну там, конечно. Ребят, из-за какой-то ерунды. Сами, ну, зачем я это притяжение делал? Не пойму. Ну, кто здесь у нас? Да то же самое все, да? Единственное, что жрица прибавляется. Ее тоже надо будет, естественно, друзья мои, наказывать. Иначе она будет этого мечника хилить, и мы замучимся его пробивать. Ну что там, где, кто? Бродяга, ты будешь входить, нет? Вот, о чем я тебе тогда и говорил. Ну и куда ты, голодранец, бежишь? Давай сделаем так, наверное. Так, теперь вот так. Всадник на журавле. Все, жрица встала, она ничего сделать не сможет. Угу. Вот тут почему-то бродяга упал. Удивительно. Бродяга тут у нас отдуплился. Ну, друидушка, выходи. А, в принципе, и не надо выходить. Все, разнесли в хламину мы этот замок. И переходим. Подожди, какой переходим? У нас еще будет с тобой, по-моему, да, здесь поединок. Да, и здесь кто у нас? Король, наверное. Да, тут король. Единственное, что у нас уже не осталось энергии на том отряде. Ну, а этот отряд, насколько мы знаем, просто порвет. Возможно, даже мы и не увидим короля здесь, как он выйдет на своем маленьком коне. Со своим огромным копьишком. Но. Ой, бродяга все-таки вышел. Ну что же, подождем тогда его здесь. Будем вызывать мага-рыцаря. Так, он не успел же, да? Нет, ребят, не успел, слава богу. Окей. Опять идет, а? Кем будем его контрить? А давай вот так вот. Хопа. И нету бродяги.
Он успеет, интересно, вызвать короля, как думаешь? Да ну, по-моему, тут вообще никого не успеет вызвать. Все, победа за нами, ребят. Ну а что тут скажешь? Тут все без слов, без комментариев. Давай мы с тобой переходим. А, сундук, конечно же. Так, копейщик, 9 гемов. Все, как говорится, отлично. Ну, а тут у нас, как ты видишь, территория захватчиков. Ага, здесь, значит, будет страж плюс жаба с пушкой. Страж и жаба с пушкой. Какой отряд-то возьмем с тобой? Этот? Мне почему-то хочется вот этот взять. Мне кажется, вот этот отряд против стража будет самый топчик. А пушку мы будем контрить, ну, например, даже ниндзя или БФГшкой. Тут, в принципе, без разницы. Что-то никого не вызывает. Ну, давай я первый начну. Тишина, да? А вот, друзья мои, и страж. Давай, ниндзя, помогай. Какой он все-таки, а? Тяжелый на разбор. Друзья мои, очень тяжелый. А, этот еще и замораживает. Ой-ой-ой-ой-ой, как им не повезло. Молния двоих прям накрыла сразу же. Давай, ниндзя, выходи. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Попридержи коней, парнишка. Ну вот тут и оно. Все. Тут довольно легко было. Так, давай дальше тогда думать. Смотреть, кто у нас тут будет против нас. Ох ты, сразу же тритон появляется. Ну, друзья мои, тритон сам по себе, он слабый. Единственное, что он будет прятаться за танками. И он, по-моему, щиты вешает. И еще отражение. Да? Или ускорение, что-то такое. Это не просто тритончик. Это хитрый тритон. Ну что, начнем так же? С голема. Ой, он сразу вызывает стража. Сейчас еще жаба. У него тоже все идет, ребят, по стандарту. Ну давай ты выходи. Вот, явился тритоша. Сразу двоих накрыли мы молниями. А раз двоих мы накрыли молниями, значит сейчас мы ему... Блин, нифига подобного. А если так? Давай, 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 кромсайте его. Ураганчик. Ну и все. Вот такая, ребят, тактика у нас получается. Тут как-то у нас все хорошо. Да? Очень хорошо и быстро проходится. Бородавочник. Это тот, который может разбежаться и очень сильно звездануть. Да он и в ближнем бою, если честно, очень довольно сильный. Поэтому тут надо будет, наверное, вызывать голема в первую очередь. И надеяться, что этот охламон все-таки не побежит, а просто выйдет. Отлично. Так, ниндзя. Давай, выходи. Слушай, они сейчас тут вдвоем-то быстренько расправятся с големом. Ну, молодец, ниндзя. Она намного сильнее жабы с пушкой, да? Видел, как она его... Опа! Стопэ! Молнию не хотите? Гостиниц такой вам. И БФГ. Так, еще одного голема призову. Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Не стесняйся, бомби их. Идеально. Ну, добили? Молодцы. Сгорел вражеский замок. Ну что же, мы двигаемся с тобой дальше. Так, предпоследняя у нас тут зона. Ой, тут хищнец, ребята. Ха-ха-ха. Подожди-ка. Хищнец. Блин, рискнуть что ли? Да он будет сейчас постоянно его вызывать. Обычно мы с тобой фармим вот этим отрядом. Всех этих прыгунов, бегунов. А тут я даже не знаю. А тут я даже не знаю. В принципе, голем должен, ребята, успеть созреть до атаки хищница. Тем более, как мы знаем, он прыгает также, по-моему, перед самой базой, да?
Ё-моё, зачем я так сделал? Ну-ка посмотрим. Успеем? Да. Он прыгает перед самой базой. Единственное, что он может, ребята, сделать, это врубить себе отхил. Вот это я, блин, зря сделал. Вот, вот сейчас мы сфейлимся. Или не сфейлимся. Давай, ниндзя. Е-е-е. Красавица ты моя, успела все-таки. А дальше пускай что хочет, то и делает. Да, ниндзя справляется очень хорошо с хищницом. Только что я в этом убедился. Так, БФГ, выходи. Блин, а вот это... Там что, и тритон, там все подряд. Упс. Так, секундочку, тут немножко напряженно. Хищнец, вали. Давай его, кромсай. Да что ж такое там? А, ну-ка, молнии. Идеально. Фу, ну ты все сам видел, да? Теперь у нас последний поединок. И кто у нас там будет? Смотритель, скорее всего. Мне почему-то кажется, что именно смотритель будет. Так и есть. Собственной персоны. Так, ну что, тут только имбовый отряд, друзья мои. Против этих боссов будем свою имбу вызывать. 225 нужно энергии, потому что там хищнец 100% сейчас побежит. Или кто? Или Ронина будем вызывать? Упс, не надо. Ох, сейчас звезданет. Воу! Стопы, ребята! Трындец. Вот это да, вот это мы попали, ребята. Так нелепо. Они меня разозлили, короче. Это было глупо, на самом деле. Блин, лучше бы она подольше была оглушенной, да? Когда он ее оттолкнул. Ты смотри, что, а? Что они тут вытворяют? Так, ускоряемся, короче, нам все равно надо переигрывать этот уровень. Я давненько так не проигрывал часто в игре. Вот серьезно тебе говорю. А тем более своим вот этим вот супер-пупер отрядом. Это что за фокусы? Скажи-ка мне на милость. Это что тут вытворение за в игре творится, а? Хорошо, я вызову Ронина. Пошел, родной мой. Не начал шуршать. И этот не выбежал, да? Вот вы жуки. Давай, прыгай, тебя там ждет подарочек вот такой вот. Так, чумную вызову мышь. Пускай он тут контрит. Ты побежишь у меня, Ронин? Не хочет бежать. А бежать он не хочет. Ну, так, я понял. Влупляем. Карточка на хищница плюс заморозка. По-моему, сейчас выйдет босс, мне кажется, ребят. Вот он. Он уже тут. Блин, Ронина взял. Что произошло-то? Что происходит, блин? Что-то там кто-то куда-то улетел у меня, ты видел? Кого-то взяли, кто-то там полетел обратно, потом вернулся. Непонятно, это, видимо, был Ронин. С небольшим глюком. Так, ладно, мы здесь с тобой прошли, забираем сундук. Я хоть пройду этот телепорт вообще, на самом деле, а? Или нет? Сколько тут? А! Да нет, еще два континента у нас. Так, ну что, тут у нас завод роботов. Щитобот плюс БФГ. Ну, я думаю, здесь можно и вот этим отрядом, наверное, справиться, да? Как ты считаешь? Самурай плюс кто? Самурай плюс... Я даже не знаю, кого тут можно выставить. Давай так попробуем. Тыч... А, ну с БФГшкой-то, конечно, они сейчас вот быстро разберутся вместе, вдвоем-то. Погнали. Их уже тут двое. Так, значит, нам понадобится тогда с тобой тыквоголовый. Давай кромсать. Плюс корни.
разбор полетов. Давай, давай, не стесняйся, бомби по ним. Пуще прежнего. Так, минус БФГ. Ну вот и все. Сейчас мы накажем их по всей строгости. Прикрывается там еще щитом. Посмотри на него. Все, да покрывался. Получи, распишись, парень. Ну, сам видишь, что тут происходит. Рубил его такой, не ж... Вообще, ребят. Кранты, короче. Да. Что-то я все равно немножко расстроенный какой-то в плане того, что мы очень с тобой много сфейлились. 3 раза. Или 4 даже. Так, а здесь еще и молотильщик. Ого. Слушай, ну здесь, наверное, нам придется брать вот этот отряд. Дорогущий, блин, это просто трындец, ребята. Он очень дорогой. И я даже не знаю, сможет ли... Вот-вот-вот, сейчас посмотрим. Давай ползу. Он справится с ним, да? Отлично. И идет БФГ. Ну, здесь, естественно, у нас будет Джаггер выступать. А ну-ка. Опа, 2 сразу, отлично. Ага, ну он только оглушил маленько, да, получается? Как же он дорого стоит, зомби-то этот, с надгробием. Ну? Что за отряд? Давай, 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 не стесняемся. Блин, они уже уничтожили его, как быстро-то? Ну, баллиста, давай. Одного уничтожили. Там еще один стоит. Наказывай. Вот так вот. Ползу. Ага, прекрасно. На опережение взяли. Так, это сейчас удар, наверное, сделает. Я так и думал, что он своим лучом пробьет по мне все-таки. Ну вот и все, в принципе, ихняя песенка спета здесь. Дальше мы сами, да? Я на всякий случай еще одного джиггернаута позову. Бедные мои баллисты. Ну-ка, ускорение. На-ка, клеточку тебе. Небо в клеточку. Все. Ну что же, неплохо. Ползун нам здесь очень сильно помог, кстати. Так, друзья мои, следующий уровень. Тут бомбер. Нам это расплюнуть. Этот уровень нам пройти, наверное, расплюнуть. Так, ползун, если что, будет контрить молотильщика. Хотя, может быть, мы даже с тобой накопим. Ага, идет. Давай так сделаем. Ага. Так, теперь расстрел. И клетку. Да чтоб тебе, а? Джаггер. Ой, Джаггер, БФГ, ты достала. Я немножко в шоке, что-то происходит вообще. Там какой-то... Они достали. Ты посмотри, как они бьют лучами, эй! Может, хорош уже? Даже никого не подбили там. Слушай, мне не нравится, что здесь происходит. Ты посмотри. Ну-ка. Давай, 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 ползун. Беги, лети, вали их там всех. Я считаю, ребята, что это полный трындец. Ну как так можно? Вообще ничего не дают делать. Да ну, бредятина какая-то. БФГшек-то наплодил тут, ты посмотри. Да это труба. Это просто труба дела. Ты сам все видишь, что тут творится.
Короче, тут проигрываем, ребят. Это мне не пробиться. Просто запинывают. Прикинь, что они вытворили. Это что за бредятина такая, блин? Откуда он столько БФГшек наделал, извини меня. Так, меня это разозлило. Все, я не знаю, я сейчас с ними тут такое буду вытворять. Значит, БФГшки, да? Любишь полетать? Давай полетаем. Давай полетаем. Сейчас тебя мои грифики-то быстренько приструнят. Щегол ты этакий, а? Выпендривается еще мне, прикинь. Ну все, разозлил он, короче, меня. И этот тоже тут ничего не решит абсолютно, ребят. БФГшечка летит. Ну давай, лети, лети. Ну что, грифы, вы готовы? Улетаем. Улетайте, родные мои. Сейчас будем тут разруливать ситуацию. Ну чё сразу-то, а? По кустам-то. Что, все? Задрожали коленочки-то, я смотрю. Задрожали. Сразу вкусил, как говорится, мощь, да? Перетрухался, бедолага. Вот так будет с каждым. А то нифига он тут устроил себе, я не знаю, как даже назвать. Оборзел, просто оборзел. Просто оборзевшим он был. В корень здесь. Давай, дед, вали ему замок. Любоваться, думает, я буду на него еще 3 часа. Ага. Вот и все. Блин, ну на самом деле я не думал, что там нас так разберут. Быстро причем. Скороход, забираем с тобой. Уничтожить бойцов нежити 50 штук. Нежити, да? А у нас с тобой роботы. Так, а здесь что у нас? Здесь хилбот есть. Блин, и молотильщик этот. Взять этот отряд, это, мне кажется, бесполезно. Лучше всего, наверное, вот... Нет, этим не лучше всего. Ну что, возьмем тогда этот, опять же, продолжим, попробуем. Может быть, все-таки получится здесь разрулить. Понимаешь, у него молотильщик есть, да? Который при смерти выпускает пилу свою. Она очень плохо влияет на моего тыквоголового. Она его сразу сносит. Угу, угу, бегут. Ладно, у нас есть кого поставить против них. Что ты в камень-то сразу превратился? Давай, бомби. И грифу. Так, вот этот будет сейчас, наверное, хилять. Нам нужно успеть наносить уроны намного больше, чем он, ребята, отхиливает. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай, прожимаем. Прожали, кажись, да? Прожали. Грифа, давай, еще один выходи. Ну и что? Все? Да выпендривались. Хиляет он там. Все, дохилялся. Так, давай еще тыкву-голову позовем. Зря я вызвал. Его снесли только что. Угу. Грифонов-то ты так легко не уничтожишь. Хотя бы ФГшка, ребята, она может уничтожить, если будет рядышком бить. Так. Блин, что-то мы так с тобой с трудом, с каким-то великим пробиваемся здесь. Давай, 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 идем, идем, идем. Ну. Так, БФГшку. Видишь, наносит урон. Сердечко. Давай, дед, выходи. Мы тебя заждались. А сколько у меня там грифонов? 3? По-моему, 3. Ну. А раскромсули, досвидули, так ведь?
Так точно. Все, пускай отдыхают. Так, ну а мы с тобой продолжаем нашу эпопею. Кто здесь босс? Ядерный робот здесь у нас босс. Берем свой имбо-отряд. Хотя, мне кажется, здесь можно было бы его не тратить. Ну, это чтобы быстрее все было. Так, тут не забывайте опять БФГшки. У нас есть черная мышь. Был бы грифон прокачанный бы полностью, вот это было бы круто. Да ладно, серьезно что ли? На! Че, хилять некого, да? Стоит такой обделавшийся. Как, типа, как ты щитобота забомбил? Да вот так вот. На изи. Ха! Крут, конечно, ты, самурайчик, крут. Уничтожил, ты видел, да? Хил бота, потом, по-моему, щитобота уничтожил. Нет, ядерный робот даже носу не покажет здесь. Спугался он, бедолашка. Сказал, зачем я пойду на этот отряд? Все равно нету шансов. И правильно сделал. Так, ну что, у нас с тобой репульсор, ядерный робот и 12,5 тысяч монет. А вот тут территория нежити. Нам нужно 50 нежити уничтожить, да? Для того, чтобы получить наградушку. Так, значит, здесь зомби плюс банши. Точнее, это некро. Это некро. Что будем делать-то? Давай этим отрядом, наверное. Грифон есть, если что, мы сможем с тобой контрить некро. Но большая проблема это, естественно, на самом начале, когда он будет вызывать своих маленьких зомбиков. А ведь он будет их вызывать. Или он сразу некро? Нет, зомбики. А вот теперь некро, ребята. А вот некро надо как раз контрить за счет тыквоголового. Поверь мне. Там должна быть массовая атака, чтобы уничтожить. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, пока норм. Пока все норм. Давай корни выпустим. Ну, естественно, нашего терракошу. Да, я так понимаю, все, ребят. Тут сплошная победа наша. У него тут зомбики, некро. Те самые бойцы, которых мы с тобой разбираем с полтычка. Никто ничего не успевает сделать, прикинь. Просто ничего там не успевает. А мы ему хорошенько всыпали. Ну вот так вот, ребята, делается это все. Так, давай смотреть дальше. Кто у нас идет следующим? Тут, ой, чумная мышь. Ребята, чумная мышь, это будет похуже. Этот взять отряд. Давай попробуем. Тут есть у нас с тобой голем. В принципе, он для начала сгодится. Как контролер, да? Как защитник. 175 плюс 200. Плюс молнии у нас будут. Да, хватит нам этого за глаза. Единственное, что вот. Вот это вот плохо, ребят. Ай-яй-яй, успеем, успели. Ниндзя, да подожди, ты куда что-то бежишь-то, сломя голову? Еще одна чумнуха вышла, да? Давай тогда еще вызовем ниндзю. Молнии, молнии. Идеально. Так, спокуха. БФГ, выходи. А, в принципе, уже не надо. Мы тут сами справились. Да. Тут мы не дали шанса ни единого противнику вырваться. Хотя с чумной мышкой он мог бы причинить намного боли, но видишь, мы сразу... Ниндзя просто молодец. Конкретно его законтрило. Так, а здесь у нас с тобой... Опять же... Ну давай вот этот... Подожди. Нет, не этот отряд. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Ползун будет контрить ядерного зомби. Точнее, взрывного. Который тут будет ползти. Ну, а все остальное... Вот он. Вот его как раз... Ведь ползун... Справится же ползунок у нас? Вполне.
Вот так вот хорошо. А вот здесь, вот здесь мы с тобой сделаем уже немножко по-другому. Ползун, пошел. Так. Давай, стреляй. Видишь, что происходит? Так, я легенда. Кстати, это же, по-моему, отсылка к фильму, да? Я легенда. Да, скорее всего, это к фильму, ребят, отсылочка. Где Уилл Смит у нас снимался. Так, тихо, не надо тут выпендриться, ну-ка. Зачем я решетку выкинул? В кого выкинул, непонятно. Давай, зомби, выходи. Тынь, идет прячется за надгробием. Все. Расписали, как по нотам. Опачки, забираем еще 5 гемов. Ребята, скоро, уже совсем скоро мы с вами получим. Так, сразитесь в боях на арене и просмотрите три. Вот это я не понимаю. Мне нужно еще свой профиль посмотреть. Профиль, я так понимаю, это вот этого, да? Забрали. Еще можно будет вот здесь вот получить 5 гемов. Сразитесь в боях на арене и посмотреть 3 видео. Каких 3 видео, не пойму никак. Ну что, друзья мои, тут у нас привидение. Тут у нас, блин, слушай, тут надо брать летающих юнитов. Кто у нас из летающих есть? Грифа, в принципе, да? Давай. Грифа, ну вот против некро, как нам с тобой здесь быть? Ну и привидение, я думаю, для нас тоже не проблема. Тут нет таких, ну вот только тыквоголовый, наверное, будет страдать. И все. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я совсем забыл же, блин. Ну давай посмотрим, кто сильнее, интересно. Блин, у него чумная мышца, наверное, прокачаннее, чем... Ать! Е! Это просто чудо какое-то было, ребят. Ну, фарт, ну согласись. Блин, фарт, подожди, фарт. Давай. Нам нужно уничтожить эту чумную мышь. Блин, еще по этому яду протопались. Ну, да плюй ты уже. Так, нам нужно с тобой что сделать-то? Такую голову позвать. Да чтоб тебе, ну. Да куда ты, блин, бомбишь-то, тыква? Вот дура, а. Тыква просто дура была сейчас в данный момент. Что-то тут как-то не то. Не получается у меня почему-то здесь идет. Может, деда позвать, а? Да ты сам видишь, что-то фигня какая-то выходит. Давай вызовем с собой, наверное, деда сейчас. Заморозка? Дед, давай, помогай, вручай мне. Что-то у нас не получается здесь ничего. Без тебя. Угу. Это привидение бесявое, бесит просто. Грифона вызываем. Корни. Блин, дедушка, ну как так-то, ну дедуля, ну ё-моёшечки, ну. Самурай. Только лишь самурай добрался до замка. А чё, остальные все одуплились? Скажи-ка мне на милость, каким образом у меня погибли грифоны? Вот ты мне вот сможешь это объяснить? Я вызываю грифонов в плане. Это что такое? Я что, по времени не уложился? Вы, блин, сейчас издеваетесь, что ли? Я, походу, да, ребят, по времени не уложился, вот и все. Да что за игра сегодня, а? Ну скажи мне, что у нас сегодня за игра такая непутевая получается? Фейл за фейлом. Да иди ты, я не пойду сейчас туда, открывая эту территорию. Не понимаю. Ничего сложного здесь нету, все в принципе элементарно. Ну да, привидение, ну и что? Че, мы с тобой привидение, что ли?
Я не пойму. Я не понимаю. Сейчас попробуем еще разок. Блин, ну тут привидение бесит. У меня тут что, молотильщик, да? Так, стоп. Давай посмотрим, кто сильнее будет. Надо было паладина вызывать. Паладин-то 100% сильнее будет. М-да. Ну, паладин, давай, зажигай. Так, некро сюда подтяните. Чего? Да вы, блин, серьезно, что ли? Вы да заколебали бы вот это вот, вот вытворять здесь, блин. Какого фикуса, блин, происходит? Призрак, ты меня вот достал, вот серьезно тебе говорю. Летающий этот навозник, блин. Так, заморозка нафиг. Я уже не знаю, что тут делать. Так вымораживает меня прям, я не могу. Чумуха это. Ну, молодец, паладин. Красавчик, заварганил ее. Труба. Давай, выходим. Есть контакт. Да, еще бы немножко и по времени опять бы сфейлились с тобой. Вот что я тебе хотел сказать. Так, финальная битва. Естественно, тут даже и говорить не о чем. Берем этот отряд. И начинаем. Точнее, продолжаем даже. Да, очень тяжело, конечно, было. Если брать предыдущую, да, по-моему, серию. Там тоже были фейлы, ну не такие, блин. Тут мы что-то вообще с тобой жестко, жестко проигрываем. Да взорвись уже, блин. Так, допустим. И сейчас все взорвётесь, да? Все взорвались, молодцы, красавцы, что тут скажешь? Молодец, прыгун, уничтожил эту лохмандейку. Так, через отражение, да, выжила, получается. Ну, тогда все. Тогда все, ребят. Уничтожили. Тьфу, опять же босс испугался, ребята. Он не вышел, не показал своего носа. Ну и фиг с ним. Сундук нежити. Так уголовый даже выпал. А вот, ребята, и фул награда. Так, ну что, забираемся с тобой в следующий портал. Долина подданных, собственной персоны. Фабрика роботов. Дальше у нас территория защитников. Так, долина подданных, нежить. Ну, тут что у нас? Есть, да? Есть все-таки. Порох в пороховницах. И ягоды в ягодицах. Давай так начнем, наверное. О, зря. Тут же, блин, ребят, ну... Крестьянин, блин, собственной персоны. Я не успею, наверное. Я не успею, ребята, наверное, законтрить. Твою налево, а. Буквально какие-то доли секунды мне не хватает. Ладно, ускоряемся. Трэш. Тут самый главный противник. Это вот этот вот крестьянин. Но мы можем с тобой этот отряд немножко изменить. Знаешь, как он будет выглядеть? Мы можем сюда взять зомби. Вот что я подумал. Просто элементарно взять сюда зомби. Вот в этот отряд. А вместо кого? Вместо БФГ. Точно, ребята. А, так тут уже энергии нет на этом отряде. Смысла нету тогда.
Тогда нет смысла. Слушай, подожди-ка, где-то еще у нас есть энергия. Вот, а, это наш основной. Вот. Слушай, а если я, например, здесь вместо зомби с надгробием возьму мертвеца вот этого нашего, да? Так, ну-ка, уберем здесь зомби. Вот этого я хочу взять, ребят. Я не знаю, кто сильнее здесь из них будет, наш зомби или их крестьянин. Вот как раз сейчас и проверим. Поехали. Я знаю, что у них одинаковая энергия, соточку. А вот кто из них сильнее? А они даже почти... Нет, мой зомби сильнее, ребята. Да-да-да. Так, мы заразили. На-ка себе, получи. Так, подожди, что я радуюсь-то, блин? Ой, дурилка. Клетку. Джаггер, выходи. Так, ну тут, наверное, надо уже вызывать, скорее всего, нам этого баллисту. Ну, вот так-то. Слушай, ну зомби хороши тем, что они, ребята, плодят сами себя. Это круто. Прекрасно. Значит, я, правда, не посмотрел, какого уровня были крестьяне. Если они были чуть-чуть поменьше по уровню, тогда понятно, почему мы были чуточку сильнее. Так, а здесь, в принципе, то же самое, да? Только копейщица прибавляется. Копейщица — это вообще ни о чем. Я ее даже за воина-то не считаю, ребят. Так что сейчас будем с тобой, наверное, Джаггера вызывать. Или кто? Крестьяне не идут. Вот как он сделал. Тогда Джаггернаут. Ну-ка, 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 ну-ка. Стоять, бояться. Давай, 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 баллиста, выходи. Опа, сразу же взгрустнулась им, а? Опа. А если клеточку? Ой, вообще хорошо. Вообще идеально, ребят. Так, ползун поскакал. Ну, ты сам видишь. О, приворот. На кого, правда, я не знаю, ребят, подействовал он? По-моему, ни на кого. Мы тут сами всех разбираем. Да. Минус замок. Вот так вот это происходит. Копейщицу дали нам. Слушай, ну неплохо, в принципе, зомбиков взяли, и как-то дела пошли в гору у нас. Где-то еще энергия есть, я ведь знаю. Давайте, не жмитесь, дайте мне энергии немножко. Блин, неужели только на одном отряде? На последнем, на этом. Но тут грифон, а у них грифон прокачан, кстати, фулово, в отличие от меня. У меня одно название, а не грифон. Но зато... Тихо ты, родной, куда собрался-то? Хочешь вот такой вот фокус? А? Нормуль. Так, паладиныч, да, значит, вышел. Эх, бедный Ронин, завалили его. Шух. Повезло тебе, Ханорик, что ты с удара не отдупился. Ну, бомбите, бомбите этого прищалыгу. Вот и все. Да, концовочка игры у нас с тобой получилась вообще замечательная. Прям вот всех разнесли. А начало как-то вообще скудненько. Да, ребята, энергии больше, к сожалению, нету. Кончилась она, но все равно. Да, конечно, я хотел повоевать сегодня получше, если честно. Но видишь, как получилось. Очень много проигрывали. Но зато мы сегодня получили с тобой 40 карточек на ведьму. Это тоже очень круто. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!